Совет Безопасности ООН не принял сразу две резолюции по ситуации в сирийском городе Алеппо. Сначала Россия наложила вето на франко-испанский проект. Он предлагал установить бесполетную зону над городом. После этого уже оппоненты Москвы отказались поддержать ее вариант резолюции. Россия выступала за вывод боевиков из восточных кварталов Алеппо. Сегодня мы с вами участвуем в одной из самых странных мизансцен. Прошу голосующих за проект резолюции, содержащийся в документе С-2016-846, поднять руку. Кто против? Кто воздержался? Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета Безопасности. Но вот, отклонив российский проект резолюции, Совбез ООН автоматически проигнорировал и предложение спецпосланника по Сирии Стефана де Мистуры. Он заявил на днях, что готов провести консультации по выводу боевиков Джабхат-Танусра из восточного Алеппо. Это могло остановить боевые действия и доставить туда гуманитарную помощь. За проект резолюции вместе с Россией проголосовали Китай, Египет и Венесуэла. Сирийский постпред заявил, что отказ принять российский проект резолюции в очередной раз подтвердил позицию Запада. У него нет политической воли для борьбы с терроризмом и для достижения межсирийского урегулирования.